Всем привет! Сегодня я мистер Умут, и мы, играем в рисовать. И не туда я пошел вообще. Вот. Ну что произошло? Шарики? Что? Шарики? Какие шарики? Чего? Вот все. Непонятный шарик. Мы начинали, по-моему, где-то с ней. Это часть 2. Нет, 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 нет. Все, не хочу. Все, Нет, вот мы и начинали отсюда. Мы пошли, не успели пойти туда. Ведь съемка выключилась резко. Это я выключил, потому что я устал. Все же понимают, что такое устать. Мы хотели снять, но все равно устал. Да. Вот. Вот, вот, вот. Поднимаемся наверх. И все, как по лестнице. И делаем два. Я не умею рисовать два. Еще один вопросик делаю. Сколько получается? Два. Я просто не умею рисовать два не знаю, как он делается еще. Ну, короче, будет сколько получается? Три. Нет. Удалите этот три. Вот. Вот такой вот три. -э плюс. Маленький плюс. Равно три нет это не три нужно сделать вот так вот вот самый плохой три на планета Земля нужно сделать нормальный три вот так вот нормально вот сколько получается три плюс три. Сколько получается, а? Поставьте лайк. А это я безобразие удалю. И под ними все выше. Ну мало ли вдруг что-то там будет. А? Вдруг от нас прятают карандаш. Вот. Уи! 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 О, там что-то прятается. Я достал до самого верха. Вы. Так. Там удали Я испугался. Потом, ну, сделаю вот так вот. И вот так вот. Потом вот так вот вот так вот и мы поднялись в самый верх ля ля и ля ля и ля ля и ля ля и так а что у нас то я испугал я понял это прыгать то есть нам надо мы стоим, мы гуляем. Мы гуляем, мы гуляем, мы гуляем, я гуляю, я гуляю, я гуляю. Так, нужно сделать так, чтобы было все вот такое. Вот. Или так вот. И это вот так вот. А то я боюсь еще, что меня выкинет. Выкинет, так сказать. Скажем, выкинет. А нет, я сейчас упаду, да, я умер. Ура, я умер, как же это круто. Все, это чисто мы прыгаем. Прыгать мы не допрыгнули. Да, мы не допрыгнули. Не надо... Так, все останавливаем мы эту штуковину, чтобы забраться туда. Куда? Не знаю. Не пойми куда, короче, за карандашом. Вот. И потом удалить. Вот, все, 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 прыгаем. И удалим. Пружина, да? Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не Не Не буду. нет, буду. Не. А это за нет, Непонятно. А зачем эта пружина вообще? Чтоб то прыгнуть вверх? Эм, ну ладно, я буду прыгать. И что эта пружина делает? А вдруг, а вдруг я смогу подняться вверх, а там карандаш. Стоп. Тогда нужно делать вот так вот и посмотреть. Где же все-таки карандаш? Конечно, где карандаш, неизвестно. Вот. Поднимаемся в космос. А? Помогите, спасите. Ну, мы уже прошли этот батун. Там ничего нет вверху. Э -э шип. Ну ладно, сделаем форму шипа. Ч это за шип? Так, стоп, я прошел Стопе, тут есть маленький шип и огромный шип, да? Сейчас вылезет маленький. Да, наверное, сейчас вылезет маленький. А, все, маленький вылез. Потом огромный смерть. Шип смерти. Вот. Сделаем. Это какая-то пирамида. Мне так кажется. Все, поехали. Вот тебе, ты никогда не понимешься самый верх. Вот. Он никогда не понимется самый верх. Ура! А я испугался. Самый... Что это такое? Ну да, ну какие-то <сосы> шарики. Э -э ну и что это такое? Непонятные шарики. Что? Ну какой-то простенький. Стоп, я быстро я гуляю и оно пропадает, да? Так, эм, кровратик. мы все знаем, что такое кровратик. это ерунда. Да, да, так, что... О, я самый глупый, похоже. Зачем я это сделал Вот так вот, потом. Ну это уже я делал, не надо, Федя, не надо. Так сказать, делай дорожку, которая супер плохая. ля 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 так, куда вы шарики? Я буду вот так вот, вот так. А что это такое? О, это какое-то чудо. И, кстати, ну еще я думаю, еще думаю. Что? 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 Так. Да? да не надо, Федя! Всех привет, это я, мистер ну, ты самый плохой! Ля-ля, а? ля-ля, 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 ля-ля! А-а-а, прыгаем! Так, а вдруг получится вот так вот? Вот получилось... Это что такое? Мы все, конечно, знаем, но чтобы, ну, чтобы оно вверх смотрели или так и было. Конечно, а, это мы помним, это ерунда непонятная, просто не какая-то ерунда. Вот, удалить. Ой, давай, падай, все нормально. Там развелось, так как, шариков. Нет, 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 тарелку сделаю. Вот тарелку никто не вылезет. Это же тарелка. Вот. Ну, это, наверное, легко. Так сказать. И все, и ничего. Не нам, ничего, не надо было. Есть! Есть, есть! и надо было мне. Видели, как я упал просто? Упал. Опа. И покатились мы. Опа. И все, покатились. И на 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 на, -на. Я еще хочу. Ну, не знаю. Хочу вам... Хочу вот так вот сделать не знаю, как уж, где тут танцевать, я не знаю. Так, забираемся мы наверх. Вот ты, так. Привет, четкий ты такой? Ой, а почему меня убила? Почему меня убила? Ладно, сделаем вот так вот. Почему я когда, когда я рисую? Нет. Вот тебе, вот тебе потолок. Крыша, потолок. Что ты такое? О, -о, О, какой же это прикол. А теперь, по-моему, нужно сделать тщательно, аккуратно. Кроврат. Так сказать, вот такой кроврат. Теперь я нарисую, сколько получается десять, десять плюс Но... 10, 10, 10 и плюс. Что? Или стоп, Залить плюс? Сделаю вот так. И сделаю самый маленький. И сам... Э, и вот так вот, и вот так вот. Вот сколько получается, а? Э, 10 плюс 10. Вот сколько получается, а? Кто угадает, кто скажет правильно, то ты молодец. Вот. Хочу так сказать. Эм, сделаем вот так. Я, конечно, не умею рисовать высочку, но если так, тогда, ну, да, умею, если так. Но я не совсем художник, конечно. Вот. Да. Ты пчела, если я прикоснусь этой штуки красной, она меня убьет. Так вот тебе пчелка. Ой. Я иду, я иду, потому что я спать. Фух, нормально. Ой. Я испугался просто скорости 2000 тысячи гм километров в час. Делаем, так сказать, вот такой вот кружок. А вот такой вот кружочек бывает. Вот. Привет, это я умую. Какой же ты блин, глупый Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я понимаюсь наверх. Какой же пчелка плохой Привет, ты пчелка. О, теперь кружок нужно нарисовать. А что из него? Просто, просто убить пчелку. А? <свы> убить пчелку. Значит, наверное, прикольно убить пчелку. Я сделаю себе под защитой. Сделаю вот так. И вот так. И вот так вот. И вот. Вот что-то такое похожее. Плохой пчелка! Симулятор пчелки. Пата-пата-пута-пата-пута-пу. Привет, пчелку! Что, он пролетел мимо? О, привет, пчелку! Я ничего, я никто, я ничего. Так. Это очень э, сложный левел. О, кто-то мне присоединился. Вот, в игру, еще я хочу сказать, что можно сделать? Можно вот так вот сделать. Куда ты? Дядь! А -а 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 -а, помогите! Монстры меня убивают! Не надо, Федя! Я вот тебе говорю Федя, не надо! А что с самым верху вообще? а? Наверное, не пойми, что. Так, мы так понимаем, что это лабиринт какой-то. Так, а что если проверить, что там внизу? Так, стоп, а как же вниз спуститься? А? Как же без этого? Потом мы проверим, где что-то, где там. Да что ты, пчелка? Э? Ой. Я тут, что пчелки не опасны. Я просто хочу вот так вот сжать, чтобы вообще погиб. Вот тебе внутренности. Получай. Это тебе. Нет. 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 Плохая пчелка. Я не погиб. Что? А почему я не погиб? О! Ты кто такой вообще? Ты вообще кто такой? Гу-гу? -гу? Я испугался. Ой! Я тоже опять испугался. Так, нужно сделать вот так и вот так. Получается буква Б. Б. Б-Б. Нужно сделать вот такой вот потолок. А, не надо, не срезайте. Вот на эту. Да, можно на эту срезайте, да. Вот так вот и... И все, и срезайте. Вот так вот. Все, падай туда. Ну. Ну и... О, я могу удалить его? Шарика. Не. Если бы у меня был красный карандаш, я бы сделал красного шарика. Кто обожает эту игру Красный Шарик 4, тогда поставьте лайк, я тоже обожаю. Я вообще ищу такую игру, как, ну, что-то похоже на Красный Шарик игру. Чтобы для вас снять эту игру. Вот. О, эти все два кнопки, они плохие. Понимаете? Они два эти кнопочки, плохие. Я понял, но это, наверное, кнопка что-то делает такое, что даже вообще такое лучше, чем просто ужасно. Даже ужасно бы это поверить, что оно, оно где, где... Чтобы этот шарик не прилетал больше. Уваритый шарик. Умритый шарик. Улетай отсюда. Вот, вот все нормально. Добавляйтесь непонятный шарик. Я вот так вот дойду. Вот. Эм... Ч ⁇ Так это легко и просто. Это вот так вот выглядит. Я залезаю. Пока есть время. Так, теперь вот так вот, потом вот так вот. И опять с наступающим вам Новым годом. Ведь Новый год настал. Подарки, супризики. Классно. Ну разве это не классно? А, скажите, разве это не классно? Это классно. Так, стоп. Мне нужно пока вот так вот залезть туда временно. А, так он и так попадает туда. Да, нажимайся ты, кнопочка глупая. А, теперь нужно удалить вот эту запчасть. И сделать вот эту вот запчасть. Нажимается. Е ху А что это? А, ну привет! А зачем мне нажимать на эту кнопку? Мне говорят, иди туда. А, меня хотят отмануть ладно но я пока еще чуть-чуть и будет конец видео еще чуть-чуть осталось до конца видео что он горит а и что это значит что когда он горит может нужно вот так вот О -о 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 я понял. Что нужно делать? Кто тоже не понял, кто тоже понял, я тогда я вас люблю, кто тоже понял. Я понял. Это не вид, это видимо. Так, стоп. Не понял. Кто тоже понял? Я поставлю лайк тому человеку. А кто не понял? Ну, о, Вот а, кто понял, а? а это огонь поджечь начал. Я вот так путил и огонь поджиг. Вот, вот это вот. У него огонь, он поджигает вот это. Кто понял, пост, ну, тогда поставьте лайк. Теперь нужно сделать так, чтобы он сгорел. Вот! Вот, вот так вот. Видите, он горит, горит, горит. Увидели, а если вот так вот? То, когда он просто внутренно залезет его. И все, и, и все, и ничего. Нужно как вот так вот как-то, чтобы он поджечь начал как бомбочка. Или вот так вот. А, я понял, оно должно сгореть стена, стена должна сгореть и все. Теперь нужно опять поджечь стену. Кто тоже понял, поставьте лайк, а я вообще не понимал. Да. Вот все открылась дверь, я поджечь дверь. Ну то есть я поджечь дверь. Вот, поджигаю дверь. И вот так вот нужно сделать, потом вот так вот. И вот так вот. И все, и падает, и падает. Вот все, падает. Горит огонь, огонь горит. Гори, гори огонь. Ты еще понадобишься. Ну все, начали делать сальтухи. Вау, бам! Скорость 5000 километров. плюс. Так, стоп, дайте одну минутку. Мне нужно достать то сюда. Кто не понял, мне это, это надо. Duh. Ведь это очень надо, даже. Не-не-не-не-не-не-не-не иди, не иди пока, пока <Dancing> не иди, пока тебе не надо машина. Просто не надо. Даже не думай, зачем это не надо. Просто не думай. Просто не вздумай, зачем это надо. Это нужно для трамплина, который будет ну где-то там, куда надо. Вот, например, трамплин будет, где же он будет? Ну, наверное, я поставлю его где-то там, куда надо. Еху, есть, 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 с кипчаки види. Машина поехала, все. Поехать. А у меня и так вообще новая машина есть. И когда я расстанется, буду вот где-то вот здесь будет трамплин. Вот где-то здесь будет трамплин. А пока я... А пока эта машина лишняя. Вот. А пока эта машина лишняя вообще. Вот. И делать сальтухи. еху, давай разгоняйся тут 9000 километров в час. Чё я натворил вообще? Ай, куда я долетел вообще? Куча не натворил. Да. Я, так сказать, обожаю делать сальтухи. Так, мы не будем финишировать. Мы пока сделаем вот так вот. Потом после такого штуки мы сделаем трамплин. Вот где-то здесь вот сделаем именно трамплин. Все, спавним другую машину. Потом поехали делать трамплины. Еху! Теперь делаем дорогу. Трамплин. И, короче, трамплин нужно потом сделать. Зачем трамплин? Я не знаю. Просто чтобы выкинула нас в космос. Ну, все, что знают, что такое... Что, все, что любят в космос идти. Вот, я тоже. Да, это довольно-таки нелогично. Но, ну, это логично. Нет-нет-нет-нет-нет-нет! Как же это плохо. Так, короче, пройду целый день. Наверное, наступила ночь или нет. А, наверное, утро наступило. Или что? Ну, утро, ну, утро, да. Я снимал ночью. Или... Ну, короче, я не разбираюсь. А вы знаете, что когда, вот, например, в Китае утро, а, а, а в другой непонятной стране ночь. Вы это знали? А, ну, всем привет. Это, это, я хочу, я хочу уже остановиться, но не надо. Руказка. Ск... Э-э-э, вот, иди на машину. Иди на мою машину. Все, поехали! Вау! Вау! Есть, кивиди, топ, топ, есть, 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 шкибиди. Нажали на эту кнопку и нажимаем. Вот, давай, сиди. Ой. Это именно то, что надо. -э! -э, 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 -э! ты чё? Ты куда? Ты чё? Ты куда? Ты чё? Я сейчас вылезу? Погрузчик машин, так сказать. Давай все залезай на эту глупую машину, которая вообще не работает. Все, сади, сади. Так, 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 куда эта машина едет? Куда? Что не Что вообще? Что это такое? Я хуй, зато! А то быстро! Урвиндус. Валя, бусаны, идут, Бу -да бада, буда, -ба -да. Бу бада. Буда, -ба бада, буда, бада. Класс! Классно! Очень даже классно! Поставьте лайк за мое самое плохое сальто в мире! Уи, Я что, не залагала? Из-за моего сальто? Вау! Бам! Вау! Сальто? Это точно сальто уже! Куда меня выкидывать? меня! Петя, лови меня. Короче, я хочу сказать, как сказать, пока. Ну, наверное, вот так вот всем. Пока, пока. Дашь, и Лакончик. Сегодня я был не и я лечу космос.